Это неприглядные кадры с улиц городов и районов области, а также точек общественного питания, глядя на которые, расхочется есть вне дома. Они сняты рабочей группой областного хакимята на протяжении последних 2 недель. Несмотря на то, что тема благоустройства обсуждается не первый день и даются сроки руководителям секторов на проведение работ, ситуация, судя по кадрам, в некоторых местах плачевная. Стихийные свалки на центральных дорогах, забитые мусором до краев, арыки и каналы. В то время как из каждого угла говорят о необходимости соблюдать меры санитарной безопасности, стихийные свалки все еще имеют место в нашем городе. Они как грязные пятна на лице нашего города. И это в первую очередь показатель культурного воспитания населения. Но почему молчат председатели махалей, инспектора профилактики, в конце концов депутаты? Ведь донести до нужных служб имеющиеся проблемы решить не так уж и трудно, как, например, перевоспитать некоторых недобросовестных граждан. Ахвал. Ota qoniqarsiz ekanligi. Qoniqarsiz emas, ota qoniqarsiz ekanligi. Deputatlar jim, ayniqsa Samarqand shahar deputatlari o'zlarini hududida, saylangan hududida o'zlarining saylovchilarining huquqlarini rahbarlar oldida, Samarqand shahar rahbarlari oldida talab qilmayapti. Sektor rahbarlaridan talab qilmayapti. Oddiy narsalar hammasi yig'ilib juda katta muammoga aylanib borayotganligini hamma tomoshabin sifatida qarab kelyapti. Nima uchun viloyat hokimligi bugungi narsalarni ko'tarib chiqadi? Nima uchun shaharlarda bu narsani ko'tarib chiqmaydi? Tumanlarda nima uchun shu narsa ko'tarilmaydi o'zlar? Qilayotgan tumanlar qilib yotibdi. Men ko'p misol aytdim. Ayrim tuman markazlari Samarqand shahridan chiroyli bo'lib ketdi. Ayrim tuman markazlari Samarqand shahridan obod bo'lib ketdi. Tozalik jihatidan, obodonchilikning jihatidan Гульга Бурканганлик, джигнухтой назар демейтерман. Теме несанкционированных свалок и антисанитарии в точках общественного питания было посвящено видеоселекторное собрание. Оно прошло с участием депутатов областного, городских и районных кингаш и народных депутатов, председателей махалей, руководителей секторов и других. Были приведены конкретные примеры нуждающихся в благоустройстве территорий парков, кладбищ, дехканских рынков, улиц, махалей, детских площадок. Областная рабочая группа также проверила деятельность 44 предприятий общепита в густонаселенных местах городов и районов, их соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и качество оказываемых услуг. Мониторинг показал, что практически во всех точках наблюдаются нарушения санитарно-гигиенических норм. Персонал работает неофициально и у многих отсутствуют медкнижки, а уровень оказываемых услуг оставляет желать лучшего. Продемонстрированный ролик, подготовленный рабочей группой, говорит сам за себя. Yo'l yoqalarida yaqin o'rtada obodonlashtirish ishlari olib borilmagan. Ariqlar tuproq bilan to'lib qolgan. Mana bu ariq chiqindixonaga aylanib qolganini qanday izohlash mumkin? Firuza milliy taomlari oilaviy korxonasiga tegishli oshxona chiqindixonaga aylangan. Bu yerda mutlaqo taom tayyorlashga sharoit yo'q. Idish-tovoqlar yerda sochilib yotibdi. Oshxonadagi holat sanitariya gigiyena talablariga javob bermaydi. Oshxonalarda xaridorlarga xarid chek taqdim etilmayapti. Onlayn nazorat kassa mashinasi yo'q. Sanitariya talablariga rioya qilinmagan. Elyorbek lazzatli taomi oilaviy korxonasiga qarashli mana bu oshxonada ishlatilayotgan 9 nafar ishchining 5 nafari norasmiy faoliyat olib bormoqda. Ovqat qoldiqlari har joyda sochilib yotibdi. Ayrim qozonlar qorayib ketganligidan rangi ko'rinmaydi. Хоким области раскритиковал деятельность руководителей секторов и ответственных организаций города Самарканда. Endi vijdoni bo'lsa, Samarqand shahar, Kattaqo'rg'on shahar, tuman hokimlari, sektor rahbarlari o'zini vijdoniga bitta savol bersa, men o'zi shu egallab turgan lavozimimga loyiqmanmi? Prezidentimni 2017-yilda mana shu sektorlarga bo'lgan rasmiy qonuniy kuchga kirgan qarori bo'yicha talablarga javob bermayotgan bo'lsam, nimaga o'tiribman? Xalqni qarg'ishi urushdan qo'rqmaymanmi deb o'ziga o'zi savol bersa. Sektor rahbari ham, mutasaddi idora rahbarlari ham. Ayrimlar uxlab o'tirdi. Hamma tashkilot yordamchi bo'lishi kerak obodonlashtirish bo'limlariga. Obodonlashtirish o'zlari tashabbuskor bo'lishi kerak.
Данное задание по благоустройству и озеленению города, обеспечению полноценной работы кассовых аппаратов, платежных терминалов на предприятиях общественного питания и других торговых точках, полного соблюдения карантинных и санитарных требований, проведение периодических медицинских осмотров сотрудников на кухнях, предоставление информации о забое мясной и рыбной продукции, поставляемых на предприятия общественного питания. По всем рассмотренным вопросам должностным лицам поручено в течение недели подать в администрацию области информацию об устранении выявленных недостатков. Спустя неделю каждый сектор и депутаты отчитаются в социальных сетях о проделанной работе и ответят на вопросы граждан.